Nobody's perfect, yeah, we act a fool. I'ma keep on running, nothing's new. Yeah. Guess I'll keep doing what I naturally do. I'll always keep on running back to you. Yeah. And listen, I'm from that bay. We're slang originate. Друзья, всем привет! Вот культурно просвещаюсь. Поехал посмотреть на картины. Вот тут такая галерея. Хожу, смотрю картины и решил как раз снять для вас подводку для данного видео. Дело в том, что есть такой снегоход «Стелс-капитан». И недавно один мой знакомый приобрел этот снегоход. Снегоход стоит 155 тысяч рублей, и я решил поехать к нему, прокатиться, посмотреть оснащение, вообще спросить его мнение. Что нам предлагают за 155 тысяч рублей фирма Stealth. Вот. И сейчас отправимся к нему, и вы посмотрите, что вообще из себя это представляет. В общем, надеюсь, кому-то это будет интересно, кому-то это понравится, кому-то будет полезно. Что касается следующих видосов, друзья, сейчас был большой перерыв у меня, не было времени монтировать, но сейчас я уезжаю на Эльбрус, буквально завтра отправляюсь. И через 5 дней приеду и выложу новый офигенный видос на свой канал. Там будет очень крутая покатушка в плане того, что я попробовал покататься на разных квадроциклах и ребятам дал свой. Как бы мы обменивались квадроциклами на время. То есть я протестировал BRP, покатался, протестировал CF-мото, и ребята тоже прокатились на моем гепарде. И все это мы засняли дело, я расскажу свое мнение о BRP, расскажу свое мнение о CF-мото. А ребят я тоже спросил, как им каталось на гепарде. Плюс еще был офигенный снежный день, и как бы все подтаяло, и было много грязи, как бы был экшен большой. Мы поехали в Кленовские просеки, но там, как вы понимаете, всегда засада по полной, и было очень весело. Так что, друзья, следующий видос будет просто пушка, ждите, пожалуйста, 5 дней. Все выложу, обещаю, будет качественный контент. Вот. Сейчас уезжаю в горы на Эльбрус, буду там кататься. Сноуборд, будет офигенный видос с внетрассового катания, с красивыми видами, с ледниками, съемки с квадрокоптера, ручьи, горы, все как надо. В общем, ребят, я про вас не забываю, я стараюсь, делаю. Просто сейчас такую небольшую паузу взял. Вот после этого видоса, через 5 дней, обещаюсь выложить супер видос. После этого будет смонтировано с гор, есть контент, все есть. Спасибо вам за поддержку, друзья. Давайте переходим к видео. Благодарю вас. Так, вот наш снегоходик. Поедем сейчас, протестируем аппарат. Посмотрим, что вообще, как. Все вам расскажем потом. Так, пошел, давай. Опа, вот не только квадрики могут, но и снегоходы. Касается того, что здесь стоит, подогрев ручек штатный, да. Он офигенно греет, да. Я на минимальном протестировал, аж руки горят. Здесь включается два режима, low и high, и на выключен. Свет ближний, дальний. Ближний, это так, заводить. Заводить, глушить двигатель, понятно. И стропа безопасности. Стропа безопасности, так, ветровое стекло установлено дополнительно. Вот такая приборка. Здесь что, скорость, бензин? Да. Обороты. Оборотов.
топливо, пробег, градусы и километры. Даже температуру. Можно менять цвет. Несколько цветов. Так, бак здесь на сколько? По-моему, в районе 15. Примерно 15. Да. Так, скорость, значит, вперед, назад и нейтралка. Лучше уточнить, но я не знаю. Ну, десятка, по-моему, точно больше. Такой багажник. В принципе, достаточно вместительный для снегохода. Парков. Диодный стоп-сигнал. А, вот это что это такое? Парков. А, цеплять, да? Мотаешь. Ага. Он двухместный считается. Да. То есть, ну сейчас двоем сядем, он прокатим. А, свет, фара, все. Вот тут такая штука. Как бампер она идет, и также можно ее поднимать. Амортизаторы. Сейчас парни вдвоем поедут прокатиться. Так, погнали. Давай, давай, газку, газку. Пошел. Тридцаточку набрали. Да, это получается вдвоем. Участок где-то порядка 50 километров. 50 метров. За 50 метров 30 ну, километров. 40 метров точно. Вот мы сейчас 30-ку загнались. Нормально, что? Его скорость максимальная 45 километров в час. Заводская, да. Заводская. Ну что, друзья, сейчас я хочу попробовать проехаться, кружочек там. Вообще свои впечатления расскажу. А потом мы спросим впечатления владельца, что он вообще думает насчет данного снегохода. Ну что, я погнал. Как тут получается? Как на квадрике, все то же самое. Вариатор. Она сейчас стоит. Все, да, драйв. Передний, да. О, здесь подогрев уже, да? Очень крутой. Есть подогрев? Вот, да, это сейчас в минимальном ваш руки иногда ждет. Так, погнал я. Нет, просто переводи и все. Это назад, это вот. Да. И плавно газ. Подогрев крутой вообще. Это на минималке еще. Лучше, чем на квадрике. Ну, снегоход все-таки. Итак, друзья, мы немного прокатились на снегоходике. За 155 тысяч, 150 кубовый стелс. Как он называется? Стелс-капитан. Стелс-капитан. Сейчас мы для начала спросим немножко пару вопросов. Человек уже поездил на нем где-то недельки 2-3, да? Да. Вот. Три выпада снега. Вот и так. Спросим у него вообще ощущения. Потом я свои расскажу уже дома. Так, ну что скажешь? По максимальной скорости сколько ты разгонялся? Пока значит, снегоход на обкатке, я разгонялся максимально 40 км в час. То есть, ну, со своей массой 110 килограмм он меня разгонял 40 километров в час. Так. Это при том, что еще снег такой, как сказать, минимальный, где попадаются по дороге асфальт, камни небольшие, и он притормаживает. Если вот я шел по лесу, по дороге, где укатано, ну, там 41-42, ну, в среднем 40. Его, короче, скорость заявляют 45. 45, да. Можно что-то ставить, чтобы быстрее ехать. У него там продают облегченные грузики или подтачивают грузики, то он разгоняется до 50. Ага. Теперь следующий вопрос. Значит, ты вообще для каких целей его брал использовать? Первоначальная цель моей покупки этого снегохода была такая, как бы развлекаться с детьми, катать их на плюшках, значит, вывозить их в лес, вот так.
В общем, более такой семейный. Семейный, да. Никаких ты прям по катушек, ничего. Именно для перемещения семьи от пункта А в пункт Б по снегу, вот так. Так, ну и расскажи, тебе как это, с этими целями снегоход справляется? За эту сумму снегоход справляется на все 100%. То есть все, что от него я ждал, он даже перевыполняет. Я еще его, конечно, в глубоком снегу не опробовал, но вот по снегу где-то сантиметров 15-20 он ведет себя отлично. Что можешь сказать из плюсов данного? Цена первая? Ну, цена. Во-первых, цена. Вторая, его экстерьер. Да. Третья, его оснащение, это свет, это классный вариатор, это его обогрев ручек курка, и плюс, как он заводится. То есть его не надо там гонять, как, я не знаю, бешеный квадрик, который там по полчаса заводится. Он заводится с одной кнопки, трык, и он завелся сразу. Так, из минусов какие-то есть у тебя? По минусам я пока еще, как бы, из минусов я бы, наверное, свою лампочку поярче поставил. Света, да? Да, единственное. Потому что я на нем ночью катался. Свет есть, но не так, как хотелось, потому что он бьет там с метров 5 и все. А дальше 5 метров только дальний, а дальний он уже бесполезен, потому что он не такой яркий. Так, значит, вдвоем спокойно тянет. Абсолютно. Вот мы вчера его тестировали в лес. Значит, два взрослых и три ребенка, 12, 6 и 3 лет. Нормально. Да, это еще при том, что еще была плюшка сзади присоединена, подцеплена. И мы, там сидел ребенок 12 лет и 6-летний. Так, ну, в общем, ты бы для таких целей, вот семейный, бюджетный, короче, квадроцикл для семьи, покататься чуть-чуть ты рекомендуешь? Я рекомендую в полном объеме. То есть, еще раз, давайте, для покатушек вот это, на заднем колесе, полный газ, вот это, по полю, это не подойдет? Чисто бюджетный квадроцикл для семейного отдыха, поехать спокойненько в лес, покататься на ватрушке и прочее. Это самый раз. Вот, так что не путайте это с крутыми этими снегоходами. Но цена – это его главный плюс. По надежности будем тестировать. Потом, когда пройдет сезончик другой, еще раз запишем, да, что там к чему. Как часто ТО надо делать? Первое ТО официальный дилер мне сказал на 300. 300, а потом, да, каждый... А потом каждый сезон. Сезон закончился, перед сезоном поменял и в конце сезона. То есть там нет километража? Нет. Нету? Ну, там чуть в районе 1000, он сказал. Ну, я думаю, что 1000 навряд ли на нем наезжу. Он мне сказал, по-русски объяснил, что в начале сезона, в конце сезона перед его этим самым. Все понятно. Установки на это самое. Ну вот, друзья, небольшой обзорчик вам от владельца. Сейчас домой приеду, свое мнение тоже вам запишу. Все, друзья. Рекомендую. Так, друзья, кратенько обещал я рассказать свое мнение о снегоходе. Вот приехал домой. Значит так, скажу сразу. Снегоход... Его плюсы перечислю быстренько. Значит, снегоход стоит 155 тысяч, плюс его это цена. Порадовал хорошее оснащение, офигенно обогрев ручек, реально руки горят на минимуме. Наличие света, задних фонарей, в принципе, его вместительность, в принципе, вдвоем спокойно два больших человека помещаются. Есть задний багажничек. Приборочка неплохая за эти деньги, да, там разные варианты подсветочки, информативность хорошая, вот. В принципе, дизайн достойный, я бы сказал, этих денег. Вот, в принципе, из плюсов все я перечислил. Из минусов не удастся на нем нормально на покатушке катнуться, прям на заднее колесо, назад его так поставить, свечу, офигенную скорость на нем развить по полю. Ну и вообще, в принципе, это не для таких экстремальных покатушек. В общем, кому интересует такой бюджетный, какой-то семейный снегоход, выехать с детишками одному в лес, куда-то тут чисто порезвиться. Может, пока у вас бюджет не позволяет, но снегоход охота, чтобы покататься, это самый нормальный вариант для вас будет. Вот, в принципе, впечатления положительные, что за такую цену требует большего, в принципе, не можем. 40-50 километров в час, если он едет. Ну, в принципе, это покататься будет достаточно. Я прокатился, подхвата у него нет, соответственно, никакого. Ну, а какой может быть подхват при такой кубатуре, правильно? В принципе, идет нормально он. Ну, сидеть, в принципе, комфортно. Вот мои впечатления по этому снегоходу я вам высказал. Вы уже, друзья, пишите, может, у кого-то есть такой снегоход, может, у кого-то есть больше информации. Давайте, делитесь комментариями. В принципе, такой небольшой обзорчик.
у меня никогда не было снегохода. Просто было интересно съездить, посмотреть к человеку. Человек согласился показать, прокатиться дать. Почему бы не записать такое интервью, правильно? А также у нас появился Polaris 800-й снегоход. Уже мощный аппарат. И мы сейчас ждем снега, чтобы протестировать его. И я уже договорился, как только выпадет хороший снег, хотя бы там по колено, поедем, прокатимся, протестируем, полный газ дадим ему и посмотрим, насколько он хорош. Но он, как вы понимаете, стоит совсем других денег. Чуть-чуть дороже, чем мой квадроцикл. Так что, ребята, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Благодарю вас за просмотр.